И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Trash Free Fire. И на этом видеоролике я покажу настройки Redface и расскажу, как настроить Free Fire. И покажу настройки на телефоны и на ПК. Не покажу, а расскажу, как настроить. Ну ладно, мы погнали. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Он такой тиктокер. Накручивает всякие алмазы, он раньше накручивал алмазы, кто помнит его. Redface такой ютубер, а сейчас, ну, делает контент ютубовый. Ну ладно, погнали, не буду тянуть вас. Погнали в тренировку зайдем просто, сейчас. В тренировку зайдем и покажу, как летит у меня, как летит вообще. Давайте сейчас захожу на тренировку, у меня лагает. Все зашел. У меня никакие читы, никакие всякие софты. Ну вот, в принципе, нормально летит. У меня лагает пока. ПК лагает, ПК. Сейчас вот так сделаю. Все. Ну я на манекена стреляю просто. На бота стреляю стоящего. Если на нормального игрока стрелять, то вообще будет лететь. Что так лагает, но... Сейчас у меня лагает, нужно исправить. Если хотите, ну эти настройки на деле, видите, все, теперь не лагает. У меня процесс, все, все вообще. Видите, как летит? Просто Redface, спасибо за настройки, он мне за 10 его продал. Все, выходим в лобби. Все, увидели, как у меня летит. Вот здесь движок нужно ставить. Если у вас ядра 8, то ставьте 6 ядра. Если у вас 6 ядра, то ставьте 4. Если у вас 4 всего лишь ядра, то ставьте 2, ставьте 2. А здесь ставьте вы средние 2 гигабайта, если у вас средний ПК. Но я выбрать другие 6000, 8000, потому что у меня здесь много. Ну вот здесь экран горизонтальный, альбомный здесь есть. Вертикальная есть, портретная, горизонтальная ставим и 2500 часов. Если у вас монитор маленький, можете ставить вот этот 1920 и 1080. DPI ставим на 320, параметры вот здесь можете остановить, вот я медленно показываю. Вот все. Вот создать персональный профиль, здесь Asus, Asus, номер модели, Asus Z01QD. Здесь игровые настройки 1.85, нет, здесь нужно настроить, мне не очень любит. Здесь ставим, вот так ставьте, вот 1.8 и 2.05, теперь у вас будет нормально, хорошо видеть. Вот, заходим вот здесь. Сейчас покажу, спросите. Открыть редактор управления. Ну, что за шум? Вот здесь X,
XY. Здесь будет стоять. Если у вас пятая версия блюстакса, тоже пойдет. 79, 24, 58, 6, 18, 20, 205, 16, 450. Он другой, вот корректировка приставки, корректировка при другой не видно. Ставите 16, 450. Я чуть настроил, он другие настройки дал. Ускорение мыши Fels, чувствительность геймпада 8, но это обязательно. Это чувствование, но это для того, чтобы показывать мышь и убрать мышь. Вот здесь 74, 27, 82, 77, и у вас будет стоять. Ну, вы должны вот эту кнопку как можно вниз поставить. И потом, после того, как мы сохранили, вот здесь экранные контроллеры, если вот здесь вот так сделать, то у вас будет видны вот такие настройки. И вот на эту кнопку должны настроить управление. Вот здесь кнопка стоит, вот видите? Если у вас кнопка вот здесь будет стоять, то если вы нажимаете на левую кнопку, то у вас не будет лететь. Так что делайте, как я говорю. И все. Теперь покажу все. Уберу это. Все, ничего не нужно. Теперь чувствительность вот здесь все на 0 ставим. Управление настроить ход. Ну, сейчас покажу. Автоспор, ничего не нужно. Все на максимум ставим. Ультра высокий фотостиль. Включить океан. Фильтр океан. Высокий фотостиль. Высокий автомасштаб, но можете это не важно. Если у вас слабый ПК, здесь можете стандарт или лайт поставьте, если у вас слабый ПК. Если у вас нормальный, то стандарт ставьте. Если у вас ультра, вообще ставьте ультра. Ну, ладно, нормально. Что-то экран выключился. Ну, экран выключился у меня. А все у меня показывает, а у вас нет. У вас не показывает, точно. У вас показывает, а у меня это. Вот. Самое главное — размер кнопки и размер джойстика. Размер 10, прозрачность 10. И здесь кнопка на 11, размер и прозрачность 10. И все, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И подписывайтесь с колокольчиком, обязательно подписывайтесь. И всем спасибо огромное за подписки, лайки. Ну ладно. Турнир скоро, у нас розыгрыш на 1000 алмазов. Кто хочет 1000 алмазов, то поставьте лайк. Если наберется 100 лайков, я рандомно выберу одного комментария. Так что напишите комментарий со своим ID. Ну ладно, не буду удерживать. И всем пока. So let me break it all down for you.